Мы обо всем поговорили, услышали много ответов, но остался один вопрос, чтобы определиться, совершенно верно, размещение зоопарка. Где он будет? Пожалуйста. Для решения этой задачи была создана рабочая группа, рассматривались муниципальные участки, подходящие для строительства зоопарка, а именно территория по улице Лермонтова до Солдатского озера, парк имени Чумака, городской парк, земля в поселке Минеральный. Ну вот это последнее, наверное, абсолютно неудобно даже. Ну, постараемся. Говорю, все варианты, которые рассматривались, почему именно эти? Потому что у нас очень короткий срок строительства, и земля должна была быть уже оформлена. Поэтому мы выбрали свободные участки, где это можно реализовать, поэтому их рассматриваем. Пройдемся по каждому кратенько. Территория от улицы Геева до Солдатского озера является объектом археологического наследия. Это южно-уссурийское городище. Там любое строительство невозможно без археологических раскопок. Отпадает парк имени Чумака. Мы весной высадили там Лес Победы, все присутствовали, помните. Все-таки это символ памяти 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, и эти два объекта просто несовместимы. Поселок Минеральное, место хорошее, оно не подтапливается, но расстояние до него 30 километров. И вот взвесив все эти варианты, было принято решение сделать место доступным, чтобы каждый житель и гость города мог в любое время, независимо от статуса семьи, независимо от наличия автомобиля, прийти и посмотреть, как содержатся спасенные животные. Поэтому мы остановились на пустующем участке в городском парке. Я прошу слайд. Вот он находится. Под то количество животных, которое у нас сегодня имеется, этот участок абсолютно подходит. Я предлагаю посмотреть, как это будет выглядеть после строительства зоопарка. У нас проектировщики немножко проработали этот вариант. Прошу. Давайте, пожалуйста, еще перезапустим, раз хочется посмотреть в полном уже масштабе. А чего же тогда касса показывает? Сделал бесплатно. Что? Касса, касса. Касса, 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 касса. Давайте посмотрим.